Всем привет, друзья! Вы на канале Gravity Play и с вами Лол Gravity. Сегодня мы продолжаем проходить Tiny Room Stories. Начинаем! Гора Редклифф. Итак, все, что у нас пока что есть, это вот эта вот карта доступа. А все, что есть здесь, это... А, типа он вышел из машины и ходит по территории, понятно. У нас есть вот эта вот сторожка. Назовем это так. Ну да, похоже на охранный пункт. Это что? Болгарка? Болгарка взялась. Место для аккумулятора. Не хватает дисковой плиты. Пилы. Ну понятно, то есть нужно найти аккумулятор. Нужно найти диск. Здесь еще ничего интересного. А как назад? А вот. А вот это пригодится. Пассатижи. Здесь тоже ничего интересного. Зарядное устройство. А, ну это очень похоже на зарядку для аккумулятора от болгарки. Так, а это у нас что такое? Еще одна бумажка. Это все. В общем, нам нужно найти аккумулятор и поставить его вот в это зарядное устройство. Не работает, наверное, нет питания. А, тут еще на стене что-то есть. В целях повышения безопасности на объекте просьба не использовать особо популярные пароли. Так, вот эти гвоздики не берутся. Закрыто. Может, можно как-то пассатижами? А, ну да. А, типа нужно... Я понял. Типа вот эти болты нужно снять. Так, а вот теперь мы можем включить и проектор, и зарядник, и... А, это ворота, наверное, открывают. Точно. А, вот типа мы все включили. А как узнать пароль от компьютера? Это может быть что-то из этого? С левой стороны зачеркнуты одни символы, с правой другие. Похоже на то, что кто-то пытался уже подобрать какой-то пароль из этих символов. Так. Квадрат. Внутри кружок. Внутри треугольник. Внутри еще квадрат. Внутри ромбик. И еще внутри плюсик. Это по-любому как-то связано. Сначала идет квадрат. То есть это... Ладно, не хочу пока ее разгадывать. Да выйди ты отсюда! А, ворота все равно закрыты. Минутку. А что там был тогда за значок? Типа ворота показывал. Вот здесь вот. Это ж похоже на ворота. А, типа их нужно обесточить. Все равно закрыто. Скорее всего, все-таки нужно комп включить и на компе уже открыть ворота. Я думаю, что так. Ладно, квадрат, кружок, треугольник. Квадрат. 7 7 5 0. Квадрат, ромбик, плюсик. 7 1 8. Бинго. Письмо от офицера охраны. Внимание, вводится режим повышенной опасности. Никого не пропускайте на объект до следующих указаний. Ну точно.
Да, мы же отключили питание, надо питание включить. Так. Так. Угу. И открываем ворота. Отлично. Замечательно. О, они и правда открыты. Next lab. А здесь какой-то ящик. Закрытый ящик. Вернее, чемодан. Это какие-то чертежи, какие-то схемы, ничего не понятно, все размыло водой. Ящик с инструментами. Перемычки. Все, три перемычки. Ладно. И это все? Больше ничего здесь нет? А если вот так посмотрим? О! Да, это нам еще ничего не дает. Ладно. Тогда идем дальше. О. Откуда здесь был ключ? Эта карта доступа сюда не подходит. Ладно. Очевидно, нам нужно найти еще какую-то карту. А эта карта, значит, еще от чего-то. Ключ. Это было слишком легко. Так. Здравствуйте. Ну, конечно, надо проверить все коробки. Еще перемычки. Здесь ничего. Здесь ничего нет. А следующий стеллаж. Здесь еще две перемычки. Здесь нету ничего. И последняя коробка, ничего нету. Какая-то панель управления. Проект Олимп. Хорошо. Но это по-любому очередной какой-то пароль, какая-то загадка. И по-любому здесь нельзя просто взять и включить. Я в этом абсолютно уверен. О, синий ключ. Не работает. Синий ключ по-любому от одной из тех дверей, которые в этом коридоре. О, так тут еще что-то есть. О! Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас еще перемычки. Я думаю, что синий ключ от... Да, точно, от этой двери. Ну, тут тоже что-то интересное. Лестница. Так, очередной шифр. Шифр на шифре. Просто город любителей загадок. О! По-любому, тут что-то спрятано, или это нужно как-то пос... понятно. Ну, по-любому, вот это пароль. Вот. О, еще перемычки. 6-1 вверху, получается. 3-8 внизу. По-любому вот от этой двери. Так. Здесь 8. Здесь 3. И здесь 6. Открыл. Какая-то очередная схема. Ладно. Ну, конечно же, эти двери закрыты.
О, что-то черный ключ, значит, он... Вот это вот вроде черная или темная ручка. Значит, отсюда, скорее всего. Не отсюда? Ну, блин, ладно. Это еще одно объявление по паролях. Гарри, разбери груз во второй машине. Это твоя работа, я за тебя отдуваться не намерен. А, может, это ключ от того чемодана? Может, это от него? А еще вот здесь вот сверху вот эти вот какие-то всякие люки есть. Вот это вот всякое вот... По-любому можно как-то залезть туда. Ну да. С помощью лестницы. И никак не открывается. О! Вот это открывается. Это получается ключ от последней комнаты. Здесь ничего. Еще две перемычки. Блин, нифига их как-то много. Еще две перемычки. Так, в шкафу пусто. А в этом шкафу... О, диск по металлу. Получается, у нас частично уже собрана болгарка. Точно, осталась последняя дверь с зеленой ручкой. Так. Еще перемычки. Их слишком много. Это нам ничего не дает. О. Случайно нажал просто. Еще какая-то записка. Еще какая-то загадка. А здесь пароль чего должен быть вообще? Ну, явно не вот это, скорее всего, от той приборной панели. Минуточку. А двери, кстати, все разные. И на них есть цифры. 2, 9, 7, 5. 2, 9, 7, 5. Может быть, это оно? 2, 9... 7, 5. Не подходит. Ну, наверное, вот эта штука... А, я понял, это двери. Это, ну, последовательность дверей. У них у каждой есть какие-то свои вот эти вот штуки. Так, с планкой внизу. Идет первый. Значит, это 5. Потом идет... С окошком это 2. Потом идет пустая, это 7. То есть, ну и последняя 9. Должно быть 5, 2, 7, 9. 5, 2, 7, 9. Сейчас попробуем. 5, 2, 7, 9. Отлично, сработало. Еще одна карта доступа. Это вот, вот это уже по-любому от той вышки, которая там на улице. Ну давай, выходи. Ну выходи. Ну давай. Так. Очередной пароль. Блин, откуда я его нахрен знаю? Может, вот это? Ну просто типа прикол такой. В натуре работает. Ладно. Пойдем за чемоданом. Точно, аккумуляторы. Значит, его нужно зарядить. Осталось. Да, ну блин, давай. Аккумулятор готов. Болгарка собрана. И мне кажется, что ей нужно отпилить что-то на этой крыше. Да.
Ну, это мои любимые головоломки. На самом деле она не сложная, она просто... В одной из серий одна такая штука, она просто поворачивала по отдельности каждую из секций, а здесь целый ряд поворачиваешь. Ясно. Ну вот и все. Правда, что это нам дало, я вообще так... Там внутри еще была какая-то приборная панель. Да, и что-то тут нужно... Не работает. 6471. 71. Это же оно, да? Вот эти два переключателя вверх. О! Канал связи активно, передача данных активна. То есть осталось только настроить устройство. Вот оно что. Вот зачем перемычки. Раз, два, три. То есть нужно... Ага, то есть осталось только настроить устройство. Я это уже использовал. Так. Но здесь уже все мы используем, кроме вот этого, вот этих вот квадратиков непонятных. А, я понял. Вот этот вот шифр в самом верху А20, 1Б4, вот это вот, это нужно... Вот эти клеточки, которые нужно отметить. B4. Ага. Устройство активировано, подача питания возобновлена. Не знаю, что мы сделали, не знаю, что нам это даст. А что дальше? А, там еще что-то есть. А, блин, ё-моё. Забавно, что прямо на том самом моменте, как только я дернул рубильник, выключилась камера. Ну что ж, мы продолжаем. Что-то у меня плохое предчувствие обо всем этом. А, так это все. Мы прошли очередную главу Tiny Room Stories. Ощущение, что мы только больше погружаемся в какие-то загадки этой игры. И какая-то интрига, она только больше нарастает. Всем спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Пока!